Наверх не поднимемся, потому что у нас ЧП получилось. Мини-ЧП. На машине что-то, Соня, осторожно, не падай туда. Здесь люди сидят, отдыхают, а мы 5 минут назад толкали машину. У нас машина заглохла случайно. И все. Как всегда, Ереване все гуляют. Дети тоже, мы хотели тоже прийти последний день нашего визита погулять, но не получилось, потому что у нас такое ЧП. И мы чуть-чуть время потратили, пока устроили машину на парковку, едем дальше. Но все-таки нас не обломать, мы просто хотим чуть-чуть здесь пару минут погулять. Здесь какой-то митинг левый. Не знаю почему. Машинка? Нет, машинка. Это штука, которая там два секунда, и потом ты можешь вот так, вот так. А вот это на колесах? Ну, смотрите, машинки прикольные, да? Все дети гуляют. А, да. Вот этот, как бабочка, а вот это. Вот это. А что, на ней можно кататься? Да, смотрите, прикольная вещь. А в Пелесе Сворде из Каранкатенк? Менак, ту ес менакет? Миханиачи? Мията? Окей. Ага. А тут курсеру. Бас банан гавонцор. Харемене. Ах, пер. Бана эрехек каран еков наст. Можете втроём сесть, чтобы у нас времени мало балез. Чартан мят кругара этан жаманачка. 5000. 5 круг. 5 круг че, 5 руб. Аменаки че это. Там 5 руб заказывать. Давай. Э? На этом, чтобы он довез, домой нас повез. А перенька эрехе нас матун каровата не страну вмес. Да эреха я арцы не мату. А, я же нас кого пойман. Геннадий, где? Давайте. Вперед. Ножки поставь на это. Вот это джойстик. Вот один только. Направо, налево. Понятно? Если хочешь тормозить, просто отпусти. Все. Hello. Please take a seat. Ангель. The motorcycle has been started up. Давайте, вперед. Сюда. Джойстиком. Thank you.
Дёстиком вперед делай. Едем вперед. Эй. Ասենք էլ անում, աղտեմ, բացի կլխոնձի տալից աղանում, ա? Հառա բայց արդի ես ետ խող ենք էր, կայպա։ Վիրոտ! Հա, չէ, ես չեմ կշում ինձի կայպա արդեմ ինգ էր։ Եսի որ նստում է։ Հա։ Այս սկայ։ Բայց նորմալ որ գազավատան ես էտ մա։ Ինքը առակ չի էտո, բայց ես լավ ռեժիմերնի լավ ճոխում է։ Ա, օքեյ։ Աղբեր առաջի անգամ եմ դետ մուսուս կյանքի ստորջ։ Շատ լավ, իքը երկներ եղան Օպ, օպ, էր արեմ ժողովրդի կթիկ տակները։ Պապա, պապա։ Գազույթ է։ Պապա, պապա։ Չո, բայիթ է։ Ե, դավայ, բալե։ Ничего не будет, ты ровно держите и едьте. Вы не упадете. Давайте я за вами пойду и сделаю. Давай дядя пусть вас потаскает. Балет, Миша с дядей здесь, смотри. Ладно, выходи, я поеду. На, снимай. Ничего, Балет, смотри. Мы с Соней немножко побоялись. Нелли и папа у нас самые смелые. Нелли и папа очень быстрые. Я за ними не успеваю. Им нравится. А вот мы с Соней немножко побоялись. Папа! К себе, вот так. И вы будете крутиться. Папа, к себе, да, вот так. Тут мальчики все тоже на машинках едят. Быстро, чтобы меня не приехали. Музон. Крутая штука. Алло. Нелли, папе нравится. Крутая музыка, крутая штука. Выглядит очень круто, когда со стороны смотришь, но когда ты сидишь, немножко. Страшно. Ой, идем. Соня наша чуть-чуть испугалась.
не хотела, да, болезнь? Ну ничего, все хорошо? Уже все хорошо? О, смотри, там вот боксуют. Я больше всех добью. Да, ты молодец. Идем, моя сладкая. Clap your hands. Hands. Как? 25-7 в 19.00 тут что-то будет. Карина Бруно будет петь. 29 и 19.00 кто-то петь. Опера. Девочки, давайте каскад пойдем или не пойдем? Или уже поспустимся туда вниз, на этот, где фонтаны? Можем спуститься. А, Сонь? Хопар переехал же, поэтому. Друзья, каскад очень прикол, но что-то оставим на следующий раз, да? Да. В следующий раз мы начнем прямо оттуда, правильно? Приедем. Да. И поедем сразу на каскад. Да, сладкие мои. Я не купила, она не хочет. Не хочу мороженое. Подари кому-то, она подарит. Спасибо, странно, но спасибо. Это дякую. Украинка была, видели? Можете вафельку забирать, а это я не захочу. Нет, ты не дал. Да. Вы подарили себе наше общее? Да. Конечно, ваше общее. У нее очень твердая вафля какая-то. Прямо очень твердая. Прикол. Бумс. Она, наверное, какого-то ребенка искала, чтобы... Нет, она же сказала, тот дядя купил ей. Ее муж, наверное. Нет, ну да, наверное, не знаю. Давайте пройдем. Куда? Потому что со стороны еще лучше. Вот эта дядька купила ей, а она говорит, не хочу, говорит, тогда подари кому-то. И, конечно, тут, как тут Неля тут появилась. Я думаю, все равно она детей каких-то искала. Да, но Валес, она видела, что мы снимаем, и вряд ли она могла что-нибудь плохого нам делать. Я просто в шоке был, не понял, что, о чем идет речь. Ну, там она такая выбрали, такая, такая, что? Я такая, сейчас, я не понял, какое мороженое, я такая. Да. Ну, окей. Называется мороженое на расклад. Типа, кому повезет. О, Кися, да. Мария, Ари, Мария! Мария! Ты сейчас бабахнешься туда, ты видишь, ты куда встала? Ты отправила воздушный поцелуйчик. Да? Молодец. Вот. Блин, я даже забыл, как эти наши улицы называются. Да, называется. Это Туманян. Улица Туманяна. Туманян у нас поэт. Фонтанчики, но странно. Как он еще раз называется, этот фонтанчик? Пульпуляк. Пульпуляк. Почему? В каждом углу. Вроде в каждом углу есть, но и нету. Папа, непонятно как. Когда мы вышли, но...
сейчас выйти на кускоты и на бананы. У нас не работал. Нель, что? Ну что, вкусное? Да? Это фисташковое. Особенно Неля полюбила. Да, фисташковое мороженое, поэтому Неле вообще повезло. Ну, видишь, как хорошо. Да, я еще думала, что пока выпишу. Мы практически прошлись по кругу нашего театра оперы. А, ну, сильно как далеко, да. Вот так вниз спускается все, слева-справа все такие кабаки. Это шаурма, ламадзю. Как лучше, мой брат. Там кто-то поет, все поют, все хорошо. Тут супружеский ресторан, там только что кто-то Хинкали кушал, вот это. А, как Хинкали, называется Старый Ереван. Да, бамбовая. А раньше в Ереване ели. Ага, это у нас северная, Северный проспект. Вообще она так называется. Здесь себе очень много артистов. Все играют, все поют. Где артист? Да ну нафиг. На бутылках. Офигеть. А ты не будешь? Опа-па! Пошли дальше. Пошли дальше, пошли дальше. О, песня серьезная. Вот 30 сентября Эрик будет петь сольным концертом. Этого мальчика вы видели на рекламе? Вы же его знаете, нет? А, вот этот. Да, там тоже кто-то валит до гола. Смотри, дядька, дядька такой старенький. Джан, 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 джан. Чужди художник. Он рисует красивых людей. И на очереди стала эта парочка. Может быть, мы еще тут пройдем? И может быть увидим, как он их нарисовал. Не, это Империо Армани, они то же самое. Армани. Джорджо Армани, Империо Армани, это то же самое. Спускаемся до поющих фонтанов. Дождик чуть-чуть начинается. Но так целый день не ждали такого дождика летного. Не, дочь? А, та шерпица. Дети уже везде знают та шерпицу. Где еще один художник? Вот. Да. Еще один здесь художник. Ну, уже ведь здесь 5 или 6 художников прямо. В следующем прямо году, прямо. Если приедем, обязательно сделаем вам красивые. И скажем, что это мы сами себе нарисовали. Да. Ага. Можно и самому научиться и делать. Рисовать. Папа, это я буду 2 года так делать. Это 2 года сначала буду учиться. А потом еще следующие 15 лет я буду только это рисовать.
О, смотрите, смотрите, что летит. Смотри, да? Штучку эту. Видите, что летит? Смотри. Сейчас смотри, он закинет. Смотри. Опа. Прикол, да? Да, правда прикол. Рогаточки. Инча же опять. Вон, хотите, да, Галу? А, окей. Видели, что за штука? Купить? Я хотела ему тоже поднять и дать, чтобы меня девочка опередила. Нет, да это смотри, это по ветру. Если ветер вот ту сторону, оттуда идет, ты должен кинуть, чтобы оно вернулось к тебе. Но не так особенно не возвращается, но... Видишь? Эти драгатки не дают, да, опыш? Ага. Эти ничего, так будет сюда. Ага. Если они чаталова, кармес бернес. Еще он так светит. Вот эта улица Обовьяна, это старая улица. Просто здесь так сделали уже, построили уже вот этот Северный проспект, что она в концовке пересекается с этой улицей Обовьяна. Очень хороший. Хорошо сделали. Эту улицу пересекается. Это старый детский мир. ЦУМ. Я сейчас не знаю, она работает или нет. Это прямо почти 5 шагов от площади республики. Раньше назывался просто Зрения, как все, в всех 15 странах. Центральная площадь называлась улица. Не улица, а площадь Ленина. Девочки, все сады здесь? Все, о, это наша дедушка, вот дарит цветок, это вот в реале был вот он, такой дедушка был, и он стоял прямо здесь, живую, дарил вот цветы, знаете, вот этот дед, вот памятник вот то стоит, дедушка, это реально было. Тут прямо он, на этом месте. Да, да, да. Угу, а из тебя много. Да, он там этот всем дарил вот так цветочки. А тебе он тоже подарил? Нет. А ты его видел? Нет, я его не видел. А когда это было? Он до, ну я маленький, наверное, был или меня вообще не было тогда. Не знаю. Значит тогда Куркур. Может Куркур, не знаю, не помню, Балес. Честно, не помню, когда это было. Почему этот памятник поставили? Ну, потому что он так вот добрый дядька, дедушка был. Его все, весь Ереван знал. Гоп, стоп. Опасненько, опасненько. Прикол. Вот смотрите, что за машиночка. Старый-старый Запорожец. О. Мы его магнитики повесили. Магнитики и все там, все всякое продается. Вся машина. Прикольная машинка, да? Да, такая маленькая, не помню. Давайте, пойдем дальше. Где площадь республики? Есть с правой стороны, если честно, я не помню этот дом,
как он, чем он, ну, как он называется. Но там внизу, вот где эта арка, там арка есть, куда заходишь и спускаешься, там ресторан был раньше, назывался Арарат, подвал Арарата, шикарный ресторан, 5-звездочный, вот там прямо Мариот ресторан, это ресторан, гостиница, я запутался все, извините. Вот это дом правительства, там сидят, вот это дом, музей истории нашей, а это наши большие фонтаны. Девочки уже сели там. Пойду поищу деток. Девочки где-то здесь. О! Девчонки! Привет! После жаркого дня сюда подъезжают. Все подъезжают, садятся. Правда, здесь мокро, ничего, никто на это не обращает внимания. На камнях все сидят. И вот наслаждаются. Сейчас такой прохладный, хороший ветерок. Красиво все. Держу ролик, потому что, честно, если вот так стоять и слушать, вот среди дня, что было, нервы, хлопоты и жара, садишься и думаешь, слушаешь музыку и расслабляешься. Можно и пару минут вздремнуть, нервы успокаивать. Я не знаю, кто это придумал, но очень правильно он продумал, придумал. Вот эта идея серьезно очень расслабляет. Здесь никто сейчас вроде и не разговаривает, все думались о своем и отдыхают просто. Людей много. Пока фонтаны, пока Ереван, мы приедем опять к себе, гости, спасибо за все, спасибо нашим друзьям, спасибо нашим родственникам. Все было круто, да, девочки? Да. Ереван понравилось вам? Да. Приедем еще? Да, конечно. Да? Тогда всем нашим родственникам, друзьям говорим спасибо, мы приедем еще раз сюда. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Пока, Ереван.